Ребятки, всем привет, с вами Александр, Легенды Дракономании. В общем-то, у нас, ну, по-моему, вчера даже появился новый дракончик, это леопард, я его обязательно выведу, потому что мы, как помним, у нас есть цель собрать всех кошачьих. Леопарды, кстати, у нас что-то похожее есть в колдовском выведении. Выведение, колдовское, ну, вот, а вот он здесь и есть, смотрите, прикольно очень. Кирпич плюс туземец. Так, а кем нам предлагает его здесь вывести? Кирпич плюс туземец, так что все отлично. В принципе, будем его выводить, тем более он еще будет наш первый, первый из колдовского выведения. Так, ну а сейчас я вывожу, пытаюсь вывести хиппи, лава плюс конфетка. В общем-то, вот такой у нас будет компас. Так, сегодня у нас будут дракончик на прокачку после того, как мы зайдем в нашу новая большая охота за яйцами. Так вот называется акция наша. Первый этап я уже вот прошел. Мы здесь все собрали, выполнили. Так, давайте тогда сейчас мы пойдем сразу погуляем. Так, смотри, Нед, там маленький пушистый кролик. Хочу поймать его и погладить, если милые пушистые... Его милые пушистые ушки. Что ты делаешь так далеко от своей деревушки, малыш? Хм, странно, что этот малыш так далеко отошел от сладкого чертополоха. Во всех книгах об этой деревушке сказано, что местные кролики не любят далеко от нее отходить. Как жаль, что у меня нет с собой морковки для этого кролика. Драконы не любят овощи. Может, он попробует кусочек фрукта, который я взяла для них. Драконы любят кроликов есть. Так, он не ест фрукт, наверное, из-за запаха дракона. Так, не беспокойся, малыш, мы вернем тебя в родную деревню. Ты сможешь жевать морковку, пока мы жуем сладости. Вперед! Так, а вот, у нас здесь можно по зайчикам потыкать, да? У нас здесь всего лишь два сундука. А мы вообще управляем кем? Я не посмотрел, да? Нашу награду, как он называется. Ладно, сейчас мы это дело выполним, разберемся с драконом. Руки прочь от кролики, гадкие драконщики. Генрих, что ты здесь делаешь? Я думал, ты сбежал вместе с Гунгильдой, когда мы победили ее на Иллюмине. Так, она вышвырнула меня со своего корабля на полпути в Виколандию. Она назвала меня так, прилипал, и разве такое возможно? Ну, вообще-то, достаточно. Вот так и мой дракон-призрак. Так, мы не можем позволить этому дракону Генриху забрать маленького кролика. Нужно драться. Хорошо, что дракон-лепесток. Вот, наш дракон называется Лепесток. Хочет нам помочь в бой. Блин, я как будто бы не в Дракономанию играю, а в какую-то сказку читаю. Так... То есть по барабану, чем его атаковать. Мы его ослабили. Он вообще промахнулся. Да, мы его не добили даже. Печально. Но зато мы все три атаки посмотрели. Так, меня снова победили, но это не беда. Как только я доберусь до деревни сладкой чертополох, у меня будет столько маленьких кроликов, сколько нужно. Че, он шубку хочет сделать? Гунгильда хочет шубку подарить из кроликов. Зачем Генриху беззащитные маленькие кролики? Нужно узнать, пока не стало слишком поздно. Я уже сказал. Ты права, и похоже, дракон-лепесток хочет нам помочь. Может, идти с ним? Только не ввязывайся в драку, тебе нужно отдохнуть. Идем. У нас здесь два сундука, то есть, ну, здесь без разницы. Карты уже появились на в общем-то, основные уровни, так что без проблем. Надеюсь, это будет наш первый лабиринт, который мы сможем пройти. Ух, смотрите, какой прикольный дракон, ребята. Вот как называется вот этот средний дракон, мне он понравился. Так, ну интересные тут дракончики такие новые, я их даже не помню, чтобы я вообще где-то их встречал. Вот. Не попадались вроде бы нам такие. Так, мы забрали свой ключик. Так, Нед, где же ты? Ты же не думаешь, даже Генрих не настолько злобный, чтобы захотеть сделать шубу из этих кроликов. А, ребята, а? Ставим лайк, я предугадал. Так,
Он довольно странный, но я не пойму, зачем она ему могла понадобиться. Я уже сказал, Гункильде хочет он подарить. Разве что он планирует подарить ее какой-то даме. Лучше бы не планировал, я не позволю ему это сделать без боя. Скорее! Так, мы получили свою первую награду. Шикарно! Шикарно. Так, пока у нас тут сколько тут минут остается? 7 минут. Давайте что-то повыполняем. Так, в общем-то, ребятки, мы таки заняли первое место. Да, сегодня клановая акция закончилась. Ну, отрыв был небольшой, да. То есть, но мы смогли это. Круто. Мы сделали это. Так, а теперь. Давайте пойдем прокачаем дракончика, который нас ждет. И это, как вы уже догадались, это у нас дракон-орк. Это у нас редкий, гадкий дракончик. Давайте его разместим. А, он хочет сюда, ну пусть будет туда. Так, только качать мы его, ребятки, будем через 5 минут. Вот такие вот характеристики. Редкие 63, это маловато. Стихии, ну, у нас такой чистый щит с атакой. Ну, не, ладно, стихии вполне себе нормальные. Так, ну, почему будем его качать? Потому что у нас же будет задание, появится наше новое задание. Опять вот здесь вот. Скрести, поймать, собрать и накормить. Ну, чтобы зря еду не тратить, давайте мы пока сейчас полюбуемся. Так, награда за третий уровень. 70 для эпика. Ой, так это хорошо, довольно таки неплохо. Мотылек, короче. Так, давайте смотреть дальше. И здесь всего лишь 6 уровней, то есть мы должны это все дело сделать с вами. Так, ну, свет, огонь и ветер. Вот такой дракончик. Эпик 68, слабо. Слабо. Этот и топ, этот под 70. И сборный у нас дракон-принцесса сборный у нас. Так, о, кстати, давайте прочитаем же. Дракон-принцесса отличается превосходным самообладанием и держится с достоинством. Обязательно поклонитесь, если вдруг повстречаете ее. Если забудете, ничего страшного. Это просто хорошая манера. Так, а давайте про тебя прочитаем. Так, крошечные, но очень хорошенькие крылышки дракона-мотылька вряд ли помогут ему подняться в воздух, но судя по довольному выражению его мордашки, тренер считает, что дракончик и так прекрасно справляется. Хорошо. А насчет лепесточка? Дракон-лепесток любит, чтобы что-нибудь пожевать на цветочки или веточки. Это какие цветочки или веточки должны быть, чтобы выдерживать дракона? Так, если вы вдруг встретите его у себя в саду, тренер советует осторожненько его предупредить и погладить по головке, чтобы он улетел. Странно как-то. Очень-очень как-то странно, ребята. Так, ладно, у нас еще 4 минутки есть времени. Давайте заглянем на колдовскую штуку. Я, кстати, выиграл тоже парочку осколков. Хороших, отличных осколков парочку выиграл. В принципе, 8. Один можно сделать, я думаю, уже. Так, а сколько там нужно нам для колдования какого-либо дракончика? 32. Не. А, 16. Ладно, непонятно. То есть у меня на 2 звезды никого нет. Чтобы, ну, посмотреть, сколько на 3-ю звезду надо. Ну, там типа 24 что-то. Ну, пока будем собирать, ребята. Будем пока что собирать. Что нам делать? Так, у меня что, тени? А, 22. Ну, ладно. Ладно, пойдем пока посражаемся. Сколько у меня тут кубков? 600 есть, 615 есть. Ух ты, 56 уровень. Ужас-то какой. Так, мне нужно минус 16 желательно. Минус 16, здесь 45 уровень. Ну, давайте попробуем. Надеюсь, там он такой один. Один. Не-не, давайте все-таки выйдем, потому что у него как минимум два таких сильных дракона.
Не-не-не. Вот сюда давайте пойдем. Если вы не нанесли ни одного удара, то с вас очки не снимут. То есть это такая вот штука полезная. Так, лава. Ну, как видите, у меня здесь стоит ускорение X2. Дабы поменьше на это все дело времени тратить. Так, дракон весна выдержал два удара. Ну, один, то есть. Так, радуга. Радуга, блин, тоже выдержала два удара, капец. Так. Ну, а здесь, ну, давайте возьмем вот так вот, допустим. Скормим ему пару драконов. 20% забирает яд, то есть на пятый ход он окочурится сам, даже если ему не носить никакого урона. Ну, это простое такое, потому как бы я его трачу. Но все-таки придется мне еще одного дракончика потратить, к сожалению. А, хотя нет, я его не потрачу, смотрите. То есть я сейчас использую его, он даже не будет атаковать, он останется, по идее, свободным. Архангел. Потому что он не атаковал и не получил урона. Так, что еще хорошо в том, что мы находимся выше 600 кубков, мы за каждых 5 боев получаем военный сундук, по-моему, или как он там называется. Сундуки. Боевой сундук мы получаем. То есть, ну, он, правда, один раз в день дается. Увы и ах. У нас еще редкий сундук. Можно открыть будет за 3 билетика. Ух ты. 4.12. Прикольно. Прикольно, ребятки, прикольно. Так, ну давайте мы пойдем еще дальше. 16. Давайте возьмем факела. Рыси банана. Погнали. Вот так. То есть, в общем-то, сейчас вот в акции, в общем-то, которая идет, я уже не буду там накапливать очки, я буду их тратить. Тратить буду их каждый день, чтобы не терять очки. То есть, чтобы чем быстрее, чем на большем этапе ты находишься, тем больше там дается очков за каждое задание. Ну, нужно выполнить больше заданий, чтобы получить больше очков. А то есть, если ты будешь все время стоять на первом уровне и ждать, пока у тебя насобираются очки, тебе будут все время давать малые пулы по 200 там. А этого очень мало. У нас же там пулы до 600 доходили в большом лабиринте. Так, ну вот у нас еще есть такая штука. Можно попробовать чисто так, ради интереса сюда зайти. Заодно еще и очки можно будет скинуть. Посмотреть, какого здесь уровня дракончики. Отлично, он даже выжил. Ну вот, то есть я один бой я прохожу факелом, один бой прохожу так, прохожу осенью, и вот один бой, если повезет, я могу пройти с помощью, ну, вот этих своих остальных легендарных, но это не точно. Так, блин, ну 60% здоровья мгновенно. Это не очень нам поможет. Так, что нам сейчас поможет здесь? Так, он сильно бьет. Скорее всего, мы не сможем здесь пройти. К сожалению, наверное, нет. Даже вот эта штука нам не поможет. Вот так, ну и вот так. Ну, дальше будут, скорее всего, еще такие же дракончики. Ну, нет, не такой. Давай. А, ну, мы проходим, в общем-то, ребятки. Ха-ха! Вот. У меня осталось.
Ну, то есть это максимум. То есть два боя так проходим, и один бой вот с усилениями. Так я мог бы по 5 боев проходить. Но тут все-таки попадаются награды повеселее. Ну вот, десяточка попалась. А до этого мне 10 хороших осколков попадалось. Тут чаще выпадают легендарные. Вот то, что я заметил за 2 дня всего лишь игры. Так, ну а теперь можно, нужно не сбросить будет нам. Ну, а вот так вот сбрасывать очки. То есть нужно держать минимум очков там около 600. Так, ну я думаю, у нас уже условия тут прошли, эти наши минутки. Да, минутки прошли, вот пулы наши обновились, они идут пока что по 200. Давайте сейчас мы начнем собирать золото. И прокачаем нашего орка. Существа, кстати, вот эти вот яйца такие крохотные здесь летают, просто жесть. Так, вот наш маленький орк. Будет он тут тусоваться. Ну, мы его откормим как положено. Вот яйца нам уже перестали давать на 9 уровне. Но раз мы уж тут, то откормим его на 16. Так. Делаем скриншотик. И смотрим. Орк. Орк. Как звали главного героя в фильме Орк, который... В фильме Warcraft, который у нас был. Вот его так можно будет назвать. Так, тогда 970. Тролливали, телетили, 1700. Во, попал по яйцу. Вот прикольная такая ходит. Веселенькая наша чаровница. Так. А мы сейчас выполним кое-какие еще задания. То есть, ну, здесь мы уже, по-моему, по золоту мы уже точно все выполнили. Нет, еще не все. Смотри, дают нам еще какие-то яйца за это. То есть, ну, пока что на 200 нам не надо ставить дополнительное жилище огня. То есть, я и так легко это выполняю. Вот, несколько яиц насыпали. Так, так, так. Ну, это просто я не так давно собрал. Смотрим, что мы здесь выполнили. Золото, ну, чуть-чуть осталось. Еду, ну, еда будет готова еще не скоро. Битвы повыигрывать. Повыигрываем битвы. Но перед этим нужно еще нам одно такое задание взять. Вот. Сделаем 2 дела полезных. Завоюем рудники на карте. И заодно нам засчитает это как бой. Вот ты ж, ё-моё, какой крепкий. Так, это один. А вот следующий. Так, 42-й. У нас самый сильный, колючка. Вот так вот мы выполнили наших 2 боя. А оставшиеся бои я выполняю, как обычно, вот здесь. Так, просто заходим, нажимаем атака, бой. И вот так. То есть так нам нужно выполнить, ну, в сумме 8 боев. У меня 7 очков, то есть мне, в принципе, еще разок нужно прокачать. Портал. И тогда будет вообще хорошо. Но, наверное, стоит подождать следующую какую-то акцию по кристаллам. Да, вот надо было, когда у нас была акция по кристаллам, нужно было как раз прокачать врата там бы. Ну, за это от хотя бы 50 кристаллов бы нам вернули обратно. Так.
Ну, потом еще одно очко. То есть изначально я сейчас не хочу тратить очки, вот эти жетончики портала, потому что они могут там пригодиться. Потому что когда у нас будут пулы по 600, нужно будет выполнять по 16. То есть 8, подожди, 8 это 200. Короче, нужно будет много раз тратить наши жетончики. Что еще случилось? Я Паньгу открыл стихию, пробудил. Вот-вот, стихия зелени у нас открылась для Паньгу. Так, ну, пока что мы выполнили все, что могли, да, вот из доступного. Сейчас давайте пройдемся дальше. Сколько у меня еще очков? Где тут очки? 1700 очков. Еду соберем, скрестить уже, наверное, не получится. Блин, а ё-моё, вот я зря сделал. Я поставил на скрещивание раньше. Да, ладно. А, хотя нет. Хотя правильно, правильно. Все я правильно сделал. Так, вот тут еще у нас монетки остались. А, вот еще у нас есть там принц некормленный. То есть его покормлю в следующий раз. Чтобы у кого вот, ну, мало жилища, кто еще там не расстроился, так как я, стройте просто, вот постройте вот несколько вот таких вот самых простых одинарных жилищ огня, они строятся там за 30 секунд, в магазине купите, и переместите сюда своих самых сильных драконов. То есть они будут заполнять всего лишь 500 золота, нужно насобирать, чтобы появился значок сбора. То есть вы сможете каждых несколько минут здесь собирать с одного жилища много раз, и все у вас будет хорошо. Так, что у нас здесь? Император у меня получился, ребятки. Это хорошо. Так, ладно, давайте деремся вот здесь и заканчиваем серию. Так, вот это да, это не лес, а настоящий лабиринт. Надеюсь, мы здесь не заблудимся. Кто знает, что за животные охотятся здесь ночью. Так, Нед, ты зря так беспокоишься. В этом лесу не жили бы милые пушистые кролики и драконы, если бы здесь было опасно. Ну, да, действительно, драконы боятся опасности. Вздыхает. Так, она так и не поняла, что именно дракона я боюсь больше всего. Ария, подожди, не оставляй меня одного с кроликами. А еще что я хочу сказать. Мне вот эти вот кролики, вот пушистые, знаете, кого напоминают? В первой части Shadow Warrior, не, да, Shadow Warrior, ну тот, что не на телефоне, а на компьютере, у меня прохождение есть, там были бешеные вот эти кролики, его если зацепишь, он тебя просто в хлам стирает. Так, у нас босс-барашек, ха-ха, а, так вам мало было, дракон-барашек именно об этих браконьерах я тебе рассказывал, они хотят поймать тебя и украсть твою шерсть. Так, никогда бы не подумал, что дракона-барашка можно обмануть. Хорошо, что я не боюсь драки. Ну, барашек на той барашек. Ух ты, ё-моё, реально. Такое, как приснится, вот как он проатаковал, это было просто ужасно. Так, ладно, Генрих, выкладывай. Ты хочешь поймать кроликов и сладкого чертополоха, чтобы пошить из них шубу? Фу, что? Я знал, что вы невысокого мнения обо мне, но не мог поверить, что настолько. Нет, конечно, нет. А зачем тебе кролики? Не скажу. Чем меньше вы знаете о моих планах, тем больше у меня шансов преуспеть. Так, нет ничего хуже умного викинга. Вперед за ним. Да, он тут у нас такой единственный. Соображуля. Ладно. Так. А, ё-моё, да, у нас, наверное, не хватит очечков сюда дотопать. Может, и хватит. Не, не хватит все-таки. Сундук не хватит открыть, ребята. Вот это да. 200 очков. 200 очков. Кстати, вот эта штука 168 за день переносит. Может, купить? Ну, 2 бакса. Меньше 2 баксов. Все-таки это совсем не деньги теперь. Ну, если посчитать, то было бы 10 дней умножить на 168. Но такое, 1600 всего на самом деле, очень мало. Мало на что повлияет. У нас там ходы будут по несколько тысяч.
Так, ну вот здесь мы остановились, то есть я еще не думаю, ну если повезет, то в этом сундуке у нас будут ключики, я его тогда сегодня пройду. А, ну у нас тут довольно много сундуков, так что непонятно. Хотя на самом деле, блин, стоит начинать вот не с первых сундуков, а идти сразу какой-то на третий. На карту смотреть особого смысла нет. Потому что я два последних замка пытался идти по карте, по минималочкам, а находил чаще в пятом или в четвертом, короче, по счету. То есть реально вот проще начинать с последнего. Ну, хотя бы либо вот с этих надо было начинать. Может, в следующий раз мы так и сделаем. Вот такие вот дела, ребятки. Так, на этом тогда все. Всем спасибо. Не забываем ставить лайки и до скорых встреч.